В преддверии новогодних праздников в Копейске проходят внеплановые межведомственные проверки точек торговли пиротехническими изделиями. Сотрудники надзорных органов оценивают, как соблюдаются нормы хранения и правила продажи петард, салютов и фейерверков. Реализация такой продукции строго регламентирована. Ограничения есть для лиц несовершеннолетних. До 16 лет не запрещена продажа пиротехники – это петарды. Что касается более крупной продукции, там до 18 лет есть ограничения. А ситуации, когда дети приходят и пытаются купить? Стучка есть сплошь и рядом, но мы это все исключаем. Продажа не осуществляется детям, только с родителями. Текущие проверки направлены в основном на предпринимателей. Они предъявляют сертификаты качества на все виды пиротехники, показывают условия хранения. Но и покупателям не стоит забывать о правилах обращения с легко воспламеняющимися изделиями. Хотелось бы обратиться к гражданам города Копейского городского округа, так как в преддверии праздничных мероприятий будут затяжные выходные дни. Хотелось бы сказать, чтобы граждане соблюдали требования пожарной безопасности и при использовании данных пиротехнических изделий обращали внимание на порядок их использования, также обращали внимание на то, что данная продукция обязуется сертификату соответствия, и учли все требования безопасности перед применением данных средств. Профилактические мероприятия будут проходить в течение всего месяца, а также в январе будущего года. Соблюдение норм продажи пиротехники проверят в магазинах и на рынках. За нарушение требований по соблюдению противопожарной безопасности при обращении и хранении данных изделий предусмотрена административная ответственность как для предпринимателей, так и для граждан.